Лудлом на высокой горе. Лудл И! А я Лудл Н! Особое место, здесь всегда интересно. Лудл И! А это мой волшебный альбомчик! Чудо-альбомчики вчера нарисовала. Лампу, шарик и суфле. Значит, я сегодня немножко волшебница. Лудл И! Станет тыква лампочкой, паутинка лесенкой. Станет чашка лодочкой, слово песенкой. Снеговик. Какой хорошенький. Ага. Так, остался нос. Ой, а где морковка? Ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Опля! О-хо-хо! Да у нас тут настоящий снежный шедевр! Нужно больше снега, а еще пуговицы. Конечно, папа! Хорошо, папа! Лудл, привет соседям! Привет-привет, сосед! Смотрю, снеговик у вас и не маленький. Что правда, то правда. Он у нас самый большой. И самый красивый. Во всем Лудл-Вилле. Во всем Лудл-Вилле? Да-да. Каждый год мы всей семьей лепим лучшего в городе снеговика. Прям-таки лучшего. Конечно. Так сам мэр говорит. Мэр! Вот бы и нам такого. Ага. Кнопки за мной! Подумаешь, снеговик, у нас будет кое-что получше. Готовьте лопатки и ведра. Мы сделаем ледяную фигуру. Еще немного и готово. В детстве мы с вашим дедулей часто таких делали. Так это он тебя научил? Да, ваш дедуля в этом мастер. Красота! Такого точно ни у кого не будет. Идем, кнопки, проведаем нашу птичку завтра. Ух, я так чудесно сегодня спал. Ой-ой, это что еще такое? Ого, сколько фламинго! Привет, Чарли! Я тут тоже утром сделал парочку птичек. Надеюсь, ты не против? Пока, сосед! Хорошего тебе дня! Ах ты, дорогая! Мне нужны мои инструменты. Папа, ты уверен, что это хорошая идея? Совершенно точно уверен. Я покажу этому Клоуди. За дело! Ну, как? Может, маловато? Точно нет. Но, кажется, чего-то не хватает. Сейчас. Нашла. Опля. Грандиозно. Пойдем, кнопки. Быстрее бы Клоуди все увидел. Мы еще посмотрим, кто кого. Мне приснился жуткий сон. Я был цветком, а вокруг летали пчелы. Ай! Очень много пчел! Разрази меня, радуга! Слон с крыльями? Доброе утро, сосед! Срочно вызываем дедулю. Держись, Клоуди. Да! Мы построим самый большой в Лудлвилле ледяной замок. А наш замок будет больше. А в нашем будут вот такие стены. А в нашем 4. Нет, 5 башен. А у нас на башне будет дракон. Папа, а может, не надо? У нас уже есть лошадка, и снеговик, и птичка.
замок вам тоже понравится. Кроме того, это дело чести. Вы пока идите, поиграйте, мы тут сами разберемся. Ой, привет! И вы тут? Ага. Ох уж эти взрослые! Устроили ледяную битву! Ага, а мы просто хотели поиграть. Ой, а давайте играть вместе! Я же говорил, наш замок лучше вашего. Размечтался. Да! Да, и больше. У кого угодно спроси. И спрошу. Дети, вы как раз вовремя. Скажите-ка нам, чей замок лучше? Бу, вот самый лучший замок. Наш замок дружбы. Мы сделали его вместе и даже совсем не спорили. Похоже, мы немного перестарались. Ты уж извини, сосед. И ты меня. Ну что, мир? Ага, мир. А может, мы тоже сделаем что-нибудь вместе? И вы нам поможете? Ну, раз уж вы предложили... Кажется, чего-то не хватает. А давай в этом году вместе участвовать в конкурсе ледяных фигур. А это отличная идея. Биг Лудл. У нас точно будет лучшая в школе коллекция следов. Уточка. Дедуля, не отставай. Иду, иду. О, ежик! Всего один снимок остался. Нет, нужно что-то особенное. Вот если бы найти следы Биг Лудла. Какого такого Бугли Лудла? Не Бугли Лудла, а Биг Лудла. Это такой большой лудл, которого никто никогда не видел. Я его встречал однажды. Подожди, дедуля. Если его никто никогда не видел, как ты мог его повстречать? Ой, это очень интересная история. Правда, мне никто не верит. Дедуля, ну расскажи. Ну, слушайте. Гулял я как-то по лесу. Гулял. Ну, а дальше? Ну и увидел следы. Следы Биг Лудла? Ага, вот такие. И тут смотрю, а вдалеке сам Биг Лудл сидит себе спокойно и пирамидку из камушков собирает. Ну, я такой, а он такой, и убежал. Только пирамидка и осталась. Да. Дедуля, а давай следы Биг Лудла искать? Как же нам найти его следы? Нельзя же вот здесь в дупло заглянуть, а там Биг Лудл. Бу! Бу, что такое? Биг Лудл. Нет, Биг Лудл в дупло не поместится. Ой, пирамидка! Ага. Идем, поищем следы. Мы быстро. Только далеко не уходите, сосисочки. Ой, какой снег глубокий. Ничего, что-нибудь придумаем. Жди здесь. Мы туда и обратно. Смотри, вот она. А следов-то нет. Бу. Далеко забрались. Надо возвращаться. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ничего себе! Приземлились! Обратно этой дорогой никак не вернуться. Бу! Мы потеряли все фотографии! Бу! 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 Еще одна пирамидка!
И пещера. Как же Беглуда ходит в такой темноте? Ой! Ого! Какое здесь все большое! Беглуда, ау, ты где? Не мог же он просто так испариться. Теперь все ясно. Он уплыл по реке. Нам тоже нужно по реке. Найдем Беглудла, а там и дорогу домой. Беглудой. Да, нам бы лодку. А, сейчас что-нибудь придумаем. Кажется, выплываем. А что это за шум? Ой-ой, спокойно, сейчас что-нибудь приду! Да, плакал мой последний кадр. И Беглудла нигде нет. О, зато есть лодка. Дырявая какая-то. Беглудл? Бигли. Ура! А я Энн, а это Бу. Ты такой пушистый, большой, мягкий. Беглудой. Ой, а это твоя лодка? А почему мне дырка? Ну? И Бигли нам все рассказал. Он ловил рыбу у себя в пещерной реке. Когда его лодка отвязалась, ее унесло течением к водопаду. Прямо как нас. И он оказался здесь. Бигли, надо домой. Ой, нам тоже домой. Энн и Бу домой. Бигли поможет. Ура! Тишина. Бигли думает. Домой. Поехали! Бигли помог. Бигли счастлив. Спасибо тебе, Бигли. Подожди нас здесь. Мы за дедулей. Мы здесь, дедуля. Я не сплю. Мы нашли Беглудла. Шутите? Идем, мы тебя с ним познакомим. Не шутите? Мы здесь. Ау, выходи. Мы с дедулей пришли. Он был. Мы его правда видели. Не сомневаюсь. Я же говорил, Беглудл существует. Письмо. Вот я и говорю. Никогда не знаешь, какие приключения тебя ждут за порогом. О, смотри, письмо. Кнопки. Посылку не видели? Сегодня должны доставить мой новенький облачный прожектор. Не, только письмо. Наверняка в нем говорится, что моя посылка уже в пути. Ой-ой-ой-ой! Спасайся, кто может! Оставайтесь в доме и никуда не уходите. Мы с Горошинкой вас защитим. Ну, или только я. От чего нас нужно защищать? От беды и неприятностей. Так в письме написано. Так и написано? Ну, почти. Странно. А это письмо точно нам? Действительно. Тут только половина письма. И адреса нашего нет. Фух, ложная тревога. Но если это письмо адресовано не нам, значит, в беде кто-то другой. Точно. В опасности может быть кто угодно. Нужно срочно показать письмо мэру.
Лудлу весело живется на высокой горе. Господин Лудлу, господин мэр! Здесь особое место, здесь всегда интересно. Ой, сейчас! Извините, но у нас тут странное письмо. Вот! В нем говорится, что кому-то грозит опасность. Так совсем непонятно, кому и от кого. И я тоже получил какую-то подозрительную штукенцию. Мой облачный прожектор! Как же так получилось? Может, на почте путаница? Нет, да, должно быть на почте какая-то путаница. И нам нужно отправиться туда и во всем разобраться. Нет, да, я решил, мы отправимся на почту и во всем разберемся. И выясним, кому грозит опасность. Все за мной! Здравствуйте. Бабуля, привет. Здравствуй, мама. Бабу. Дети. Чарли. Мэр. У нас тут неразбериха с письмом. Вы когда-нибудь видели розовый снег, господин мэр? Да, нет, такого не может быть. Вот именно. Лудл Почта надежна, быстро и абсолютно точно. И бабуля нам рассказала, как работает Лудл Почта. Каждое утро божьи коровки почтальоны забирают письма из ящиков, на которых выставлены красные флажки, и несут их на почту. Там главный почтмейстер бабуля записывает каждое письмо и ставит на нем печать. На конверте всегда указан личный штамп отправителя и получателя. Поэтому коровки точно знают, кому доставить письмо. Они кладут его в почтовый ящик, поднимают зеленый флажок и та-дам! Письмо доставлено. Как видите, ошибка исключена. К тому же утром письма разносил наш лучший почтальон. Божья коровка номер 8. Да, похоже, наш лучший почтальон немного заработался. Так, сейчас во всем разберемся. Показывайте ваше письмо. Любопытно. С этого адреса письма приходят только одному жителю Лудлвилля – Рокки. Спасибо, мама. Ты нам очень помогла. Немедленно отправляемся к Рокки. А что будет с коровкой номер 8? Думаю, пора отправить ее в отпуск. Остальных прошу не отвлекаться. Бу-бу-бу, не найти тебя, приключения. Бигли-бигли-бу. Да, прям беда с этим текстом. Хвала ясным небесам. Ты жив и здоров. Что? Окна закрыть, стены укрепить. Заметили что-нибудь подозрительное? Рокки, только не волнуйся. Ты в опасности. В опасности? Так в письме написано. Да. Вот. Всегда беда придут Бигли-Бу. Бигли-Бу? Где-то я это уже слышал. Вот и я говорю, это ужасно. Нет, это потрясающе. А главное, хитово. Что? Бигли-Бигли-Бу. Теперь все сходится. Это две половинки одного письма от моего друга Бигли. В нем стихи для моей новой песни о приключениях. Хе-хей, кто готов услышать новую драйвовую песню? Будь внимательным всегда, не найти тебя беда, приключения я приду, Бигли-бигли-бу. Неприятность и беда, убегать прочь навсегда, приключения я зову, Бигли-бигли-бу. И не ищите опасность там, где ее нет. Хей. Рекорд! Не отставайте. Впереди у нас большая картинная галерея. На этой стене вы можете увидеть портреты всех наших мэров. Перед вами первый мэр Лудлвилля, Ричард Весельчак. Справа от него Ларис Суровый.
За ним Соломон Мудрый. И, конечно же, Карл Безусый. Каждый из них внес большой вклад в развитие нашего города. Бедный Карл, вроде мэр, а Безусов. Сейчас исправим. На папу похож. А вот Соломон Мудрый придумал способ отбеливания снега. Ой, а что это за книга? А это, дети... Наш особый экспонат. Книга рекордов Лудалвилля. На ее страницах записаны все достижения жителей нашего города. Все верно. А еще это наш последний экспонат. Экскурсия окончена. Спасибо за внимание. Как думаешь, Бу, в нее сложно попасть? Бу. Чтобы попасть в книгу рекордов, нужно совершить какое-то необычное достижение. И его обязательно должен записать представитель города. То есть я. Ой, значит, я тоже могу попасть в книгу рекордов? И даже сегодня? Нет-нет, сегодня Пит очень занят. Нам еще рыцаря весь день собирать. Рыцаря? Ничего, что-нибудь придумаем. Не то, тоже не то. А, опля! Готово! А теперь время рекорда! Ну, чем удивлять будете? Я буду очень долго не моргать! Интересно. Секундочку. Начинайте. Рекорд? К сожалению, рекорд не поставлен. Эх, проморгала. Спасибо за попытку. Пит, подожди! Я еще другие рекорды могу. Попытка номер два. Надуть самый большой мыльный пузырь. Приступайте. Нет, маловат. Неплохо. Еще немного. Попытка номер три. Съесть лимон и не сморщиться. Номер четыре. Жонглировать бабочками, стоя на одной ноге. И? Куда же вы? А как же мой рекорд? Заплести самое большое количество бантиков. 24! Боюсь, до рекорда не хватает еще одного. Попытка номер 38. Напомните, что там у вас? Я построю самую высокую в Лудалвилле башню из крекеров. О, любопытно. Прошу, начинайте строительство. До рекорда далеко? Еще немного. Буквально... пара печенек. Ого! Да у нас тут намечается рекорд! Да-да! Готовьтесь записывать! Всего одна печенька осталась! Кстати, а с чем эти вкуснейшие крекеры? Не знаю! Они для собак! Стой, горошинка, фу! Ну, у меня же... у меня почти получилось! Эх, не видать
рекорда. Так и запишем. 38-я попытка. Подождите. 38-я неудачная попытка. Так это же абсолютный рекорд. Почему рекорд? Рекорд по числу неудачных попыток поставить рекорд. Мои поздравления! Пожалуйста, распишитесь. С удовольствием. Желание. Сегодня мы с Бу гостим у бабули с дедулей. С ними никогда не бывает скучно. Не сплю я, не сплю. Ого, это же я. И тут я. Ой, и тут. Странно, не помню такого. Потому что это не ты, а ваша бабуля. Бабуля? Кто меня звал? Завтрак почти готов. Ой, тут и записка какая-то. Съесть гору мороженого, не спать всю ночь, полетать в облаках. А я про него и забыла. Это список моих детских желаний. Точно, помню я эту историю. Ваша бабуля как-то раз съела целый килограмм мороженого. Да, и сильно простудилась. Однажды она всю ночь читала книгу и после этого проспала весь следующий день. Ой, не напоминай, это был мой день рождения. Ого, значит, ты и в облаках полетала? Нет, не летала. Такое желание невыполнимо. Это да. Я вот в детстве мечтал побывать на Луне. А мне кажется, любое желание можно исполнить. И мы это докажем. Поможем бабуле полетать в облаках. Только вот как? Да, жаль, Лудла не умеет летать. Почему же? Я вот умею. Ой, Салли, привет! Правда умеешь? Ну, конечно. Я летаю каждую ночь, как бабочка. Летаю, летаю во сне. А это идея. Сейчас устроим бабуле летательный сон. Давай! Ну что, бабуля, ты видела летательный сон? Нет. Это был жуткий кошмар. Облака и бабуля. Бабуля и облака. О, придумала! Мы же можем доставить облака прямо к бабуле. О, бежим скорее к туманной луже. Сам все увидишь. Смотри, сколько тумана. Это же почти облака. Соберем его и принесем к бабуле. Так, сейчас что-нибудь придумаем. Не то, тоже не то. Нашла! Готово! Бабуля, сейчас ты будешь в облаках. Что это? Зачем вам пылесос? Ну, давай же! Что вы делаете? Облака! Фу!
дорогая, у тебя что, новая прическа? Авси! А почему облака такие серые? Ну, потому что это облака пыли. Придется убирать заново. Бабуля, прости, мы сейчас все быстро пропылесосим. Да. Пылесосить было весело. Правда, мы так и не исполнили бабулино желание. Ага. Да, бабули не летают. А может и летают. Извините, вы не могли бы нам помочь? Бабуля! Бабуля! А? Бабуля! Мы все придумали! Ох, не знаю, как вы меня уговорили? Готовься, скоро ты полетишь! А может, не надо? Ой. Дорогая! Почти в облаках! Ой, что-то пошло не так! Ой-ё! Бабуля, с тобой все в порядке? Я лечу! Невероятно! Облака! Я лечу! Надо обязательно придумать свой список желаний. Конкурс талантов. 8, 9, 10. Ого, да у тебя талант. Это еще что? Вот мой шустрик умеет ходить по стенам. Завтра сами увидите. Мы с ним выступаем на конкурсе талантов домашних питомцев. О, твой питомец тоже участвует? Вот мой умеет пускать пузыри. А мой поет. Да? А мой строит башни из кубиков. А моя горошинка... Наверняка у нее тоже много талантов. Интересно, каких? Питомцы разные умеют. Смотришь и глазам не веришь. Талант покажу свой. Песни петь, по стенам бегать, пузыри и башни делать. Выбирай любой. Вместе мы узнаем горошин. Шляпу мою не видели? Спасибо. А что это вы такие радостные, а? Особенно горошинка. Завтра в школе будет конкурс талантов для домашних питомцев. Наша горошинка тоже участвует. О, и какой у вас номер? Может, что-то со шляпами? Мы еще не знаем, но скоро выясним. Правда, горошинка? Ну, если вдруг нужна будет шляпа, обращайтесь. А, ты куда? Так, начнем с чего-то простого. О, может, она умеет ходить по стенам? Наверное, стена слишком скользкая. Сейчас что-нибудь придумаем. Это не то, тоже не то. О, мед! Другое дело. Осталось только научить горошинку ходить по стене. Не получилось. Ну ничего, может, она петь умеет. Так, горошинка, давай попробуем. Молодец. А теперь закрепим. Давай. Да, горошинка, музыка это не твое. Папа прав. Пением вышло не очень. А может, ты умеешь пускать пузыри? Нужно больше мыла. Вперед в ванну! Горошинка! Нет, мы не будем тебя мыть! Горошинка, стой! Она мыло слопала! Горошинка! Ну, как ваши дела, Кнопки? С пузырями не вышло. Но мы с Горошинкой еще не пробовали делать кубики. Горошинка, гулять!
вот здесь подровнять. Ага, и немножко вот здесь. Поняла? Нет, горошинка, это круглые, а нужны квадратные. Эх, ну вот что мы будем показывать на конкурсе? Ну и что будете показывать на конкурсе? Кажется, мы не будем участвовать. Мы так и не узнали, какой у горошинки талант. Не расстраивайтесь. В любой непонятной ситуации выручит шляпа. Но у нас конкурс талантов домашних питомцев. Это не обычная шляпа, а фокусная. И в ней живет исчезающий кролик. Вот кролик есть, а вот его нет. Вот он есть, а вот его нет. А ну что? Попалась. Ну что, шляпу берете? Ага. Мое почтение всем собравшимся. Добро пожаловать на конкурс талантов домашних питомцев. И наш первый участник — Лили и ее удивительный домашний любимец, умеющий пускать пузыри. А следующий участник покажет чудеса акробатики. Встречайте, Вайли и его маленький друг Шустрик, мадагаскарский таракан. Таракан! А сейчас перед вами выступит Маффи и его вомбат Пуффи, умеющий делать кубики. Спасибо, Маффи и Пуффи. А следующий номер музыкальный. Перси и ее поющая уточка. А теперь юные фокусники МПУ покажут номер с исчезающим кроликом. Фокус-крокус-лудл-покус! Фокус-лудл-покус! Лудл-покус! Покус! Горошинка, ты танцуешь! Так вот, какой у тебя талант! О, придумала!